Сегодня мы приехали в гости к Нурсу и Ажар Макзумовым. Отельные полотенца своими руками. Вот руки помыл. Как будто бы спонсор. И мы открутили ножки, теперь он издает такой звук. Ух ты. Каково это иметь мужа-шмоточника? У вас реально все деньги в обувь уходят. Так, а... Это сархыца вчерашнего дня. Я хотела, кстати, мясо на стол поставить, но потом ладно. Ну, спасибо, что не поставили. Тебе так повезло иметь такую маму, которая готовит. Мы в Инстаграме смотрим. Наконец-то мы сюда пришли и попробуем все эти явства. Это по домам, и сегодня мы приехали в гости к Нурсу и Ажар Макзумовым. Друзья, подписывайтесь на наш канал, это мотивирует нас делать больше видео. Ставьте звоночки, колокольчики и так далее. Ну а мы пойдем разбираться, что тут к чему. Такой типичный ЖК в центре Алматы, нету своей территории, очень много домов друг на друга наставлено. Зато столько детишек во дворе. Ну. Ой. Добро пожаловать. Наконец-то. Да, как дела? Все отлично. Салим, красавчик. Привет. Он тебя любит. Он тебя по умолчанию любит. Да, как это выключить вот это? Так, кто главный? Жара. У вас только две, да? А вот это как бы... Мы вчера посмотрели выпуск Амера, почитали комменты, надо говорить, оказывается, вот она все главная. Главное, он ничего не знает, и я просто... Так, тогда подождите, включаем петли. А, да, можно держать, да. Алан, поздоровайся, пожалуйста. Поздоровайся. Давай, красавчик. Обзорщик машин. В принципе, он как будто я с чиновником увиделся. Так, традиционно, первая такая интеграция, надеюсь, больше не будет. Это кофе, да, кофе. О, мы прикольно. Дарим вам в новой квартире. Спасибо оригинальный олов, жарим с любовью. Тут, в общем, разные сорта. Классно. Я пытаюсь развязать пакет, это у меня тоже получается. Казах Бленд и Алма-Ата. Все, made in Казахстан, как вы знаете, Казахстан родина кофе. Вот, поэтому пейте с любовью, сори, я тут что-то сделал, короче, да. Можно заходить? Да. Да, давайте. Проходит так, все такое белое, вы пытались увеличить площадь? Не, вообще, мы всегда делаем ремонт в стиле минимализма, и вот такой, и не белый, это такой сероватый цвет, серо-бежевый. Здесь белые грязные кроссы. Заметьте, все кроссы белые. Так. И так места мало. Здесь везде сколько места мало. Сколько у вас обуви вообще? Это еще есть второй шкаф с обувью. А, еще есть второй шкаф с обувью. Все деньги в обувь, да, уходят? Да. Да? Куда идем? Давайте. Давайте сначала, наверное, в спальню. Так, 110 квадратов. Это рисовал папа Нурса. Да, кстати, Нурса папа классно рисует. Если вы видите, если вы смотрели мои подкасты и интервью, то фановку тоже рисовал Нурса папа, то бишь его Аташка. Угу. Да. Так, это ваша спальня, святая святых. Что здесь? Светлая. Сколько стоила спальня. Квартира? Сколько стоит сейчас? Ну, мы ее брали 3 года назад в котловане. Там сколько цена стоило? Другая была. Ну, в котловане. 65-68 миллионов примерно. Да. 65 миллионов. А ремонт сколько обошелся? 40 миллионов. 40 миллионов. Ремонт стоит почти как целая квартира? Да. Ну, кстати, вы хорошо купили. Сейчас ну, в Алматы таких цен нету. Сейчас эта квартира 3 раза дороже стоит. Я Бибиту отдельно благодарен, что у нас наконец-то ковры появились в туалете. Сегодня Ажара с утра съездила, скупила всю Зархом. А, ковры сегодня, да, специально? Ну, я не знаю, ну, как бы тут понятно, что мы после Динары Саджан, ну, это вообще, можно сказать... Так, слегонца у вас косметичка. Ну рассказывайте, где что взяли? Практически все. Кстати, практически вот, я ничего не знаю. Да, да. Все взяла Ажара. Ну вот практически все, что касается декора, мы взяли в магазине Моноконцепт. Кстати, классный магазин. Я хотел с ним познакомить с ребятами. Угу. Я знаком. Ковры, там искусственные цветы. Да, у них классные ковры. Диваны, кстати, да. Все вот это мы там взяли.
Картины по дому практически все тоже написал папа. Так, это маленький санузел. Это гостевой. Гостевой санузел, да? Классный. Снизу полотенца сегодня появились. А, как в лучших домах. Но ты знаешь, что они такие, да? Они должны быть маленькие. Мы хотели закосить. Да? Это же отельные полотенца своими руками. Это вот руки помыли. Это Ажара увидела в это, с Саммером это, и увидела у Зули вот эти мелкие полотенца. И такая думает, ну это что же есть полотенце? Это для Николая Валуева, да, это для каких-то маленьких. Для Месси. Там какой-то хавчик можно, в принципе. Так, здесь что-то есть. А, кстати, это... А, ну удобно вы реализовали, да. Шкаф для чего, гладилки и всякой темы. А сзади сушилка и стиралка. Всякая тема. О! Ну да, уже типичный стандарт, когда угу. стиралка и сушилка угу. Стоят вместе, как правило. А, ну это сушка да. и стиралка. База, короче. Так, и тут тоже. А, еще и тут шкафы, да, сделаны? Да, там. Ну у вас все так припрятано, вот бумага Белоснежка. Годовой запас Евы. Она просто рекламирует. А вы как бы... Просто он такой успешный бизнесмен в Инстаграме. Целпак хотя бы покупает. Это же отечественный производитель. Нет, ты знаешь, что няня ходит в магазин, и она просто покупает. Ну ладно. Да, и хорошая бумага. Так, давайте пойдем сюда. Наверное, давайте в детскую. Так. А зал не будешь показывать? Сначала детская. Окей. Это самая уютная комната у нас. Ой, как красиво. Кстати, да, реально уютно. И... Она такая вытянутая, комфортная. Как вам тут, комфортно помещаетесь? Да. Да? Рассказывай про свою комнату. Давай, расскажи сам про свою комнату, Алла. Игрушки. Так, игрушки. Алиса. Включилась, да, она? Да. Какие у тебя? Много игрушек? Включилась. Да. Алиса, выключись. А, так, показывай что, рассказывай, шкаф или что-нибудь нам. Лего. Сколько еще у вас? Много лего. Еще лего. Оружие. Разрешение есть на оружие? Да. Да? Это гелем, как у мамы? Ну, нам купили, да. Угу. Ты как, доволен жизнью? Да. Вот здесь еще игрушки. Вдвоем комфортно жить вам? Да. Да? Мы, кстати, на самом деле хотели сделать им разные две комнаты, mm-hmm. они прям принципиально отказались. Ну, да. Четвертую комнату. Все так красиво еще сложено, это всегда у тебя так? Или это мама интересно. Подготовилась? Нет, это за их вещами няня следит. А, да? Да. Так, да. Это зал. Картина. Здесь мы тоже такая брали красивая. Все в моноконцепте. Эту картину тоже в моноконцепте брали. И ковер, и диван. А, как будто бы спонсор. Это короче. На самом деле диван на ножках. Но он нам не понравился из-за того, что он высокий получился. И мы открутили ножки, теперь он издает такой звук. А я только хотел... Я вообще сначала подумал, я на собаку сел. Да, потом да. я подумал, может вы подумаете, что я пукнул. Я не знаю, да? То есть... Ух ты. Не надо так делать, это... У нас получилась такая реклама моноконцепт, да, моноконцепт, свяжитесь со мной, да, у меня тоже новая квартира есть. Вообще прекрасная программа. На ножках он был не стильный, и мы решили, сами открутили, и вот... А, кстати, ты можешь отправить фотографию, которую мы хотели сделать? У нас, короче, была вообще по плану белая комната, мы все сделали, и диван взяли белый, и все-все-все, но стало неуютно. И мы убрали все, сделали вот теплых сторон. Еще я очень люблю эти батареи. Да, мне он очень нравится. А что? Нарезку сделайте самых этих любимых моментов прошлых гостей. Я люблю батареи. Смотри, тут виниловый проигрыватель. Ну, стоит. Он очень крутой. Так, PlayStation. Ну, я делаю экскурсию по своей части. Это, кстати, короче, по идее у меня еще несколько. Типа, где мы отдыхаем, я обязательно захватываю журнал.
Я тоже обожаю журналы. Да, ну, я их коплю, и прикольно. Так. Это второй. Всего 110 квадратов, но у меня ощущение, что достаточно всего много, да, помещается. А там прям специальная выемка для робот-пылесоса. Я первый раз такой вижу. Это как вот будка у собаки. Здесь место. Вообще, мебельщики не хотели делать. Они говорили, что робот-пылесос не будет видеть и не будет защищать. Я говорю, ладно, пофиг, сделайте. Ну, очень удобно. Он не торчит нигде, и его не видно. Да, да. Вот это всегда проблема его куда-то спрятать. Да, и вот. Что плюс в этой квартире, что вот 110 квадратов, мы еще балконы полностью убрали, и здесь как будто каждый сантиметр он... А, вы балконы убрали? Да. Тогда, а где были балконы? Вот здесь, да? Нет, на кухне и в детской. А, поэтому детская такая вытянутая, да? Классно. Здесь что? Здесь второй санузел. Так, дамы и господа, второй санузел. Так, свет, наверное, включи. Такой амбиентный свет. Классно. Это чей санузел? Это, ну, это общий, ну, в плане с душевой. У нас очень стильная душевая. Очень. Посмотрите на свою стиль. Очень стильная душевая. Я просто много душевых видел, но это, я думаю, да. Ну, у всех же с дверцами, а у нас без дверцев. Кстати, потолки достаточно высокие, да? 2,9. Но у получилось удлинить их. Мы здесь пробивали дверь, чтобы сделать длинные двери, и они визуально дают эффект, как будто высокие. На самом деле, это обычные потолки. Мне нравится, что все такое скрытое. Дверь. Так, давай откроем. Все, спасибо вам большое. Вы работаете быть... здесь дворецким? Нет. Швейцаром? Я сын. А, сын. Хорошо, молодец. Спасибо, что сказали. Здесь должна была быть детская, но так как детская не понадобилась, мы сделали из нее полностью гардеробную. Классно. Это все вещи в основном кого? Я знаю, твой здесь супруг любит одеваться. Здесь Нурса вещей. Вот я и думаю, да, что, наверное, ну, вот видите, это чьи вещи? Это мои. Здесь это немного. Это твои, да? А вот здесь у Нурса, и здесь прям вот не помещается ничего. Получается, у Нурса больше вещей, чем у тебя? Ну, раза в три, наверное. Раза в три? Каково это иметь мужа-смоточника? Она просто вещь продает в бутике. Это все Нурса вещи? Ну, нет, здесь... Половина его, половина моих, здесь тоже наполовину, здесь тоже наполовину. А, здесь. И вот обувь, а у вас реально все деньги в обувь уходят, да, посмотри. Это чья обувь? Это Нурса. Прям тебя одежда не очень интересует? Нет, мне нравится, но, я возможно, я не горю. Да? Я могу про каждую вещь свою рассказать. За сколько взял? Нет, он может зациклиться на одной вещи и искать ее везде. Годами, ну год, например. Угу. А мне пофиг, я типа увидела, мне понравилось. А потом поймет, что никогда этой вещи у него не было, да? Everyone! А что это такое? Это, кстати, моя новинка. Я как будто в сон зашел. Это моя новинка. Она везде будет со мной ходить. И я просто буду смотреть здесь YouTube, сериалы. И вот так ее катаешь. Везде с собой готовишь кушать. А можно продемонстрировать? Тоже можно. Я, кстати, не знаю, что это за бренд. Это просто китайская тема. Я тоже как гость здесь. Я когда заходил... О, классная штука. Да. А как она ходит? Все? А как она понимает, за кем? А, ты ее толкаешь, я думал, она сама ходит. Мне нравится, что вы использовали здесь по максимуму все. Раз, там, интегрировали сюда печь, микроволновку. Да. Будем здесь разговаривать. Здесь посудомойка, да? Еще есть. Так, здесь посудомойка. У нас есть еще одна классная тема, как в американских фильмах. Ты все туда мусор скидываешь, и она... Прикольно. А это в фильмах ужасов? Да, туда, да, же еще, да, руки, да, засовывают. Она перемалывает все. Кости, мусор. Все, что на столе остается лишним, все закидываешь. Звучит, да. Все, что было в тумбочках лишнее, там сейчас. Так, здесь посудомойка. Посудомойка. Здесь хлеб, всякая тема. Всякая тема. А, так, посередине еще? Вы решили устроить... Островок. Островок. Здесь вода Самал. Так, остальное не показывай. Вот вода Самал, там другой воды не было, да. Со вкусом предков. Это вода нашего друга. Типа вообще же не было никаких. Не было. Так, ну все так. Ты готовилась. Да. Ну да.
все чинно, посмотрите, а благородно. Это что? А это что? Не, это вот прям все. Это всегда не, так. И это вы все едите, да? Я даже не понимаю, для чего. У Ажары есть топовые свои фирменные блюда, она сегодня приготовила. Да, она так классно курочку готовит, судя по Инстаграму. И здесь у нас ох, какой холодильник красивый. Три желания. Ну когда? Когда вы свяжетесь? Когда вы с нами свяжетесь, да. Столько соусов, столько. Я в каждой стране, да. В каждой стране беру всегда. В каждой стране покупаю себе. Да, это Италия, например. Песто. Потом я еду еще куда-то и покупаю там песто. Потом, короче, я еще думаю, ну мало песто, мне хватит еще песто. И потом чисто песто. Это посольство Италии дарило. И вот разбавим горчицей. Не, песто. Кто ест горчицу вообще? Что это за люди? Он горчицу ест только мопохан. Она, кажется, 19-го года вообще. 19? Я не помню. Да, да, у нас. Ты, в смысле, ее в эту новую квартиру привезла с собой? Да. Любите... Да, я в каждой стране беру острый соус. Смотрите, кот напал на оператора. Погоди в семье. Кот, кстати, у нас тоже цвет шерсти по интерьеру. Ли, давайте поможем ему. Что за психованный кот? У вас есть тоже холодильник. Так. С той стороны. Да подожди, мы здесь еще не разобрались. Что за вы готовитесь к чему-то, одни консервы. А я наоборот думал, у нас пустой холодильник. Нет, ну он пустой с точки зрения наполнения продуктов, но тут ну, что это? Это просто как лаборатория. Вы что-то варите здесь? Это лекарство скорее. Для приворота. Тебя так удерживает, да? Здесь морозилка, много мяса, да? Да. Домашняя паста. Ну ладно, не домашняя. Так. А ты любишь, да, готовить? Да. То есть, судя по твоему Инстаграму, ты реально много готовишь, и люди сохраняют твои рецепты, но готовишь ты только для Инстаграма, а потом просто заказываешь курицу. Папайс. Папайс, кстати, я с ними работала, и они недавно открылись, я хотела вот как раз детям взять, чтобы они попробовали. Так, а... Это сархыд со вчерашнего дня. Ты реально ходишь по дому. Где яблоко, шоколад? Она хранит все просто. Это вчера вечером я забрала. Ну да. Я хотела, кстати, мясо на стол поставить, но потом ладно. Ну, спасибо, что не поставили. Смотрите. Вот часть там стоит уже. Спасибо, спасибо. Так, ну классно. Что еще мы здесь обнаружили? Это вчера, это тоже сархит. Сархит вчерашний. Да мне мама как все наложила, я же не выкину. Это круче, чем горчица. Все соусы, все песто вместе взятые там. Там бутылки не будем показывать. Так, ну красота. Красиво. Сколько соусов, да. Но это характеризует человека, который много готовит, да. И у нас сегодня какой-то званый ужин. Очень красиво. Свиданка вообще планировалась. Просто случайно приехали. Сейчас будет цыпленок с рисом. Серьезно? Как мы удачно заехали к вам. Здесь был балкон. Да. Да? Потому что чувствуется, вот есть такое ребро. Вы продолжили. Обычно, когда так делаешь, здесь всегда супер холодно. Нет, у нас очень жарко. Сейчас, да, очень. То есть в квартире топят прям от души. Как зовут кошку? Кока. Кока? Ее назвал Алан. Он был маленький, он не мог выговорить кошка, и так и получилось Кока. Но он агрессивный. Алан? Кот. А здесь у нас что, курица? Нет, здесь рис. А, здесь это рис. Очень вкусный рис. Да вообще, тебе так повезло иметь такую маму, которая готовит. Мы в Инстаграме смотрим, наконец-то мы сюда пришли и попробуем все эти явства. Прекрасный семейный ужин продолжается. Семейный? Да. Это не наша семья. Так вот, друзья, сегодня был классный пример того, как можно использовать по максимуму пространство квартиры в 110 квадратных метров. Благодарю Нурса, благодарю Ажару особенно, потому что я так понимаю, что это ее заслуга, да? Да. Да. И надеюсь, выпуск был вам полезный, а еще и мы подарим вам за лучший комментарий. Что подарим? Мы можем, я могу у папы заказать какую-нибудь картину. А, давайте картину папе надо подарить.
Я сам куплю, сам закажу и отправим к тому, кто выиграет. Классно. И без разницы, какого размера, главное, чтобы там под интерьер. Без разницы, какого размера картина. Друзья, оставляйте свои комментарии. Как мы выберем лучший комментарий? По лайкам. Друзья, оставляйте свои комментарии. Ты поставишь лайк золотой. Самый залайканный из них получит картину от Нурса, точнее от Нурса старшего. От Макзумова старшего, да. От Макзумова старшего. Спасибо большое твоему папе, кстати, за его творчество. Я постоянно им восхищаюсь. Спасибо. И ссылка на аккаунт папы также в описании к этому видео. Друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки, заводить побольше детей. Как ты живешь в таком? Последний вопрос. Можно вот ей петличку дать? Как ты живешь в таком мужском царстве? А мне нравится. Да, я максимально гоняю. Заставляешь стульчак поднимать, там, опускать? Кстати, нет, они сами, что-то я заметила, сами начали так делать. Да. И что классно, мы им прививаем то, что женщин нужно уважать, прям на руках носить. Кто бы это ни был, мама, бабушка, сестренка будущая, Нурс жена. Нурс дает пример. Одноклассница. Не всегда самый хороший, но да. Попробуй курицу. А он уже попробовал. Очень вкусно, честно, я просто не успел сказать. Мы, кстати, я стабильно раз в неделю просто такая, так, сегодня я хочу приготовить цыпленка, пишу в наш чат друзей. Цыпленков? Этот, ну, где наши пацаны, друзья, Лейла. И они все, вау, супер, и сразу они, все у нас вечером дома, и мы все едим там. Все, спасибо большое, спасибо огромное. Спасибо большое. Да, за то, что ты пришел, спасибо зрителям, надеюсь, вам все понравилось тоже. Они уходят? Они уходят? Нет, мы будем жить теперь здесь с вами. Мы же семейный ужин сделали. Нет, а сейчас уходят? Нет. Как вкусно. Это так вкусно. Спасибо. Вот мы добрались до этой еды. Вкусно. Ну, реально вкусно. Тебе так повезло. Да.